Месье Барский. Это хорошо, что Барский. Миша, это никуда не годится, не зачинять двери, когда такое неподходящее время. Откуда вы узнали за это место? А как я знаю за все на свете? Когда Яша, пальчик, стал интересоваться за квартиру в тихом месте, для Барского сразу пришли и сказали, что Миша, японец, решил завести Хавиру. Вы пришли говорить за Гепнера? Старый Мендель хочет, чтобы вы сработали Гепнера. Ну, еще интересного вы знаете за него. Йоваль Лазаревич Гепнер – это такой человек. Сахарный завод, два каменных дома, дача на Приморском бульваре – это раз. Какой мой интерес? Ваш интерес, Миша, в том, что Гепнер выручил хорошие деньги за сахар и в том, что Гепнер не доверяет банкам. Он не доверяет банкам? Ну, может, он и прав, и надо иметь все деньги дома, особенно когда имеешь сейф фирмы Геринг и компания. А внутри лежит миллион, и он будет лежать там еще 2 дня, а потом уйдет. Так вот, Гер считает, что он не должен уйти впустую. Я вас услышал. Миша, измените замок. То, что у вас там прикручено, это смешно. Уже убиты, майорчик. Когда вы говорите свадьбу, Венечка? Послезавтра. Ну что, заносите подарок. Только поаккуратнее. Яша, а где у нас Сёма Макрос? Не знаю. Не пришел. Господа! Я прошу шанс! Йоваль Лазаревич, я имею сказать, но я не имею таланта сказать красиво, поэтому я скажу от сердца. Ну, что можно пожелать такому человеку, как Йоваль Лазаревич, с его золотой головой, когда у него есть все, что требуется? Ему можно пожелать, чтобы дом его был. Полон. Не денег.
друзей, которые таки пришли поздравить его. С годовщиной! Мазл тов! Мое почтение, Йоваль Лазаревич. Я извиняюсь. Имею счастье поздравить вас с вашим днем рождения. Это вам. Йоваль, что ты стоишь? Немедленно тебе фамилию в полицию. Сука, помолчи, успокойся, заткнись. Миша, хотя мы с вами не знакомы, для меня такая радость видеть вас в своем доме, может быть. Вы поставите то, что вы там принесли, и выпейте с нами. Это, конечно, касается до всех ваших друзей. Миша, я, конечно, извиняюсь, но эта бандура 4 пуда весит. Ну и поставьте ее, же вы ее держите. Миша, вы всех заинтриговали, что в этом ящике. Йоваль Лазаревич, покорябуйте инструмент. Костик, давай. И не понимаю. Не понимаете? Костик, ну людям непонятно. Ну расскажи, что это за машина. Это машина Хайрама Максима, калибр 7,62, скорость работы 300 выстрелов в минуту. О как. А зачем вы принесли сюда эту штуку? Если у вас дело, могли прийти и поговорили бы, как умные люди. Так мы за дело поговорим, но чуть позже. А сейчас мы поговорим за вашу совесть. Господа и дамы, не, ну как можно вот пить, кушать, когда трудящимся нечего покласть в тарелку? И это при том, что они свергли самодержавие, а вы? Нет. А у меня сегодня день рождения. И я опять вас поздравляю. Ну что мне передать трудящимся? Работаем. Что мы в тишине? Сыграешь ли? Кошелек ты уже отобрал. У вас же день рождения. Ну нельзя же так. Ну нельзя так. Ну, каждый день одно и то. Господин Кур, ну вы же видите, какое сейчас время. Ну, лучше посидеть дома. Благодарочка. На здоровье. Позвольте, молодой человек. Изи. Изи. Отдай доктору Маргулису его хронометр. Гинеколог такой же пролетарий, как и мой папаша. А пролетариев мы не трогаем. Я извиняюсь. Господа и дамы, благодарю вас за вашу душевную щедрость. Ваши скромные пожертвования пойдут в мозолистые руки молдаванки и пересы. Йоваль Владимирович. Ну вот. Можем теперь поговорить все дело, как вы советовали. Ну что, пойдемте в другое помещение, может? Ну, пойдемте. Вы меня убили. Год работы впустую. Вы меня хороните живым. Месье Гиб. Но не берите так близко к сердцу. Это всего лишь деньги. Изи, это такие деньги. Вы меня убили, Миша. Ну перестаньте уже, Йоваль Лазаревич. Ну что, вы последний год работаете? Или что, люди перестали пить чай с сахаром? Заперли всех, текать надо. Ну что, там много денег? Йоваль Лазаревич. Мы
перерезали вам телефонный провод, так вы не подумайте посылать человека в полицию. Это будет большая ошибка. Да, чуть не забыл. Вы не могли бы оказать мне услугу? У меня к вам просьба. Там в этой машинке оно что-то застряло изнутри. Стрелять совсем невозможно. Вы себе не представляете. Так вы скажите своим слесарям на фабрике, пусть они посмотрят опытной рукой. Я буду отдельно благодарен. Я опоздал, извиняюсь. Миша, это приказчик Гепнера. А где музыка, а? Музыку давай! Да ты что? Клянусь гробом своей матери, ты ляжешь рядом с ним. Миша! Беги с его в больницу, чтобы его зашили как нового. А ты кто такой, чтоб тут гавкать, а? Что? Ты в люльку ссался, а я уже работал. Меня люди знают. Понял? Ты сука! Яша, приберите. Придумайте как! Чё ты стоишь? Забирай этого поца! А что теперь люди будут говорить? Что Миша японец пошел на мокрое. И главное, все это на пустом месте, Лёва. Пулю в живот! Это как? Все это прелюдия. А народу столько, что это что-то страшное. Ты опять не трешь? А что, нельзя? Еще раз вижу уши, попробую, понял? Ося, ты что пристал? Я уже не маленький. Ося, а что, какие-то проблемы с преступным элементом? Да приказчики Гепнера. Молтаю, что кто-то взял у хозяина сейф. Да ты что? Угу. Ну и что Гепнер? Гепнер молчит. Да все. А что ты так смотришь? Я здесь при чем? Может, брешут приказчики? М? Да может и брешут, Миш. Но только Гепнер, с чего ты не поехал в завод? А даже на его доктора вызвали. А что с ним? Припадок. Что-то с сердцем. Да не, наверное, съела что-то не то. Угу. Этот еще чудак, что пулю словил. Какой чудак? Приказчик гепнеровский. Ужин обслуживал и пулю словил. Не слыхал? Иосиф, я в больнице не был. Ну и что он говорит? Ничего не говорит. Ну и все. Он умер. Как умер? Плохо умер. В муках. Люди Миши японцы убили Йосипа Перчика. Читайте одесские ведомости. Люди Миши японцы убили сильного человека. Люди Миши японцы убили Йосипа Перчика. Хорошенькую моду себе взял. Убивать
живых людей, чтобы был проклят этот бандит. Мадам Берчик, я принес вам деньги, мадам Берчик. Как ваш Иосиф служил у меня в заводе. Аж 12 лет. Вот деньги. Я кладу их вот сюда. А этого японца накажет Бог. Он накажет его, как не оказывал никому. Месье Гепнер. Хулиганская морда! Бандит, чтоб земля тебя выбросила! Хорошенькую моду себе взял убивать живых людей! Да не машите руками, простудитесь. То я Миша. Вот. Терпись, если вам нужна моя жизнь, то вы можете получить ее. Но ошибаются все. Даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песь. Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, где они мучаются, как в аду? И чем было бы хуже, если бы мы жили в Швейцарии, где чистые озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все. Даже Бог. Я не убивал вас. Я плачу за ним, как за родным братом. Какое нахальство! Какое выпиющее нахальство! Он еще вспоминает Бога! Бог! Стыд, месье Гетнер. В какой несгораемый шкаф спрятали вы свой стыд? Вы имели сердце дать матери нашего покойного Иосифа 50 жалких карбованцев. Так, ну позвольте. Позвольте, вы же взяли у меня все, вы же все взяли. Все? Так, может, мы вернемся на завод, и я пощупаю, что у вас там осталось. Ну и... 100 000. 100 000 единовременно. И пенсию до конца ее дней, пусть она живет 120 лет. И похороны по высшему разряду. И если вы имеете что-то возразить, то пойдемте, выйдем из этого помещения. Господа евреи, давайте цдоку. Евреи, высшее милосердие, истинная милость – это проводить покойного в последний путь. Как сказали наши мудрецы, «Эллю адварим шаэн лэм шиур». Восвил тут сутон, Юнгерман. Я имею сказать пару слов. Ну, говорите. Господа и дамы, я мало был знаком с покойным, но я скажу от сердца. Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие гроши. Как он погиб? Он погиб по чужой глупости. Так и так, есть люди, которые умеют пить водку, и есть люди, которые не умеют пить водку, но пьют ее. И вот первые получают удовольствие от горя, от радости, а вторые страдают за тех, кто пьет водку, не умея ее пить. Поэтому, господа и дамы, после того, как мы помолимся за Иосифа, я прошу проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного, Сему Матроса.
Этот пустой человек проводил Иосифа до Господа Бога. И Бог посадит Иосифа возле себя. А с Семой он сам решит, как ему быть Семой матросом. Король. Ну что, пошли? Нет. Я один. А ты до хаты езжай. Куда езжай? А ты как? Дойду как-нибудь. Да, скажи Яше, чтоб взял тебе гроши с Гаманцов и прошелся по Молдаванке. Раздал гроши людям. С какой-то радостью. И пусть пройдет по самым голодранцам. До Кравченки пусть дойдет. Махорский. Ну ты сам знаешь до кого. Пусть скажешь, что деньги от Миши японца. Миш, так я ж думал, что ты вот это вот за помощь трудящимся свистишься. Миш, на кой нам гроши раздавай? Майорчик, когда людям нечего жрать, не надо труситься за добро. Тем более, что оно чужое. Сделай. И люди скажут тебе спасибо. Отдай хлопцам. А не жирно ему будет, Мендель. У людей почин. Нехай погуляют, как хотят. Седай. Можешь работать. А на что он нам нужен? Ерш, на что нам такие сопляки? Ты можешь работать, я сказал. А я сказал, на что нам такие сопляки? Ну и что он сработал Гепнера? Я бы сам его мог сработать. У меня столько людей, сколько работы не будет. Сейчас такие времена, что всем хватит работать. Нужно держаться своей бранжи. А я не знаю, на что он нам нужен. Ты не бренчи, акула. Мендель сказал, что может. И что он сказал? Может, он уже старый и не видит, где резон, а где пусто. Может, общество не хочет того японца? Цыган, тебе нужен тот японец? Ты шумная акула. Можешь работать. Или общество не хочет? Цыган. Он может работать, Керш. Нехай работает. Хват. Пусть работает. Что ты скажешь, акула? Пусть работает. Но пусть не лезет на пересыпи. Я не потерплю никого на пересыпи. Ты слышишь, что я сказал, японец? Я услышал за пересыпь. Я тебе говорил, не ходи за мной, а? Ты что, идиот, что ли? Вот увязался мне на другого. Хай идет, что тебе жалко, что ли? Да он же пристает, хочет, чтобы я его на дело взял. Это надо такое? Не, на дело не надо. Такая я просто. И главное, уже щипать научились. Да ладно. Так ласково у меня портсигар принял, я не заметил. Да надо по соплям надавать. Надо. Ничего. Это я знаю, это его Савка учит. Что по карманам курит. Что Савка? Я этого Савку поймаю, я ему... Надо и Савке просто надавать. Да, обойщи. Смотри. Thank you.
Берчик, иди сюда. Да иди, не бойся. Ну что? Что ты там хвастался, что ты великий щипач? Вон, видишь, барышня? У той, что повыше, но темные волосы. Можешь кошелек принять? Шутишь? Да ты можешь или нет? Знарас. Ну, давай. Фанкуни все столики займут. Не займут. Тем более, еще нужно зайти и купить папики попуни с аксус. Ну, Циля, ну давай потом зайдем, а? Софа, ну не конючь. Ну, Циля, ну правда займу. Нам туда. Какое красивое платье. Какое платье красивое, хочешь такое? Опа! Ты смотри, ой, какой шустрый шкет. Дяденька, пустите, пожалуйста. Какой я тебе дяденька? Ну, иди отсюда. Разрешите вернуть? Спасибо большое. Ну, нельзя ж так, барышня. Тут кругом работают карманники. Да я даже не знаю, как он вытащит. Имею представиться, Михаил Винницкий. Коммерсант. Очень приятно, Циля. А это моя сестренка. Софочка. Очень приятно. Мне тоже. Так если вы гуляете, мы с вами. А то кто-нибудь еще у вас что-нибудь украдет? Не знаю, просто мы за покупками на самом деле. И в кафе. В кафе? Так и мы тоже до бульвара покушать пироги. Да? А? Разрешите представить, Лев Майский, репортер. Очень приятно, Циля. Лев. А вы в газете работаете? Временно. Я вообще пишу прозу. Ой, как интересно, Циля. Пойдем на бульвар, пирожных покушаем. Да я извиняюсь, вы сами как безе. Ну так что, вы не согласны? Да? Господин Винницкий, а мы могли с вами где-то встречаться раньше, а? Да, Одесса такой город, здесь все когда-то виделись. Пойдемте. Пойдемте. Циля, пойдем. Пойдемте. Я извиняюсь. Вы обождите меня здесь минуту. Лёва, не дай барышням скучать. А я быстро. А вы про что пишете? Ну, как про разное. А про любовь? Софа. Миля. Что, ну и про любовь тоже. А вы в журналах печатаетесь? Ну, я посылал. В разные. И что? И ничто. Миша. Молодой человек, возьмите каштаны. Это вам. Ой, какая красивая. Циля, посмотри, какая прелесть. Посмотри. Посмотри, как... Ой. Часики? Это что, мне? Вам. Софочка, немедленно вернись Михаилу. Софочка, даже не думайте. Это от чистого сердца. Господин Винницкий, извините, но мы не можем принять такой дорогой подарок. От чего? Это неприлично. Я вас умоляю. Давайте доедем до бульвара. Попьем сельтерский с пирожными. И я вас уговорю, что в этом нет ничего такого. Ой, Циля, пойдем. Ой. Ой, подайте мне Уфалова. Спасибо. Желаете? Имеются дивные профитроли, эклерчики. Это что-то удивительное. Ликер Шеридан.
ликер Куантро, шампанское, конечно, с завода князя Голицына, Клико, опять-таки настоящее, вчера с парохода. Ну, но я умоляю, не стесняйтесь. Да и ты не жмись, гроши есть. Я на минуту. Миша, я с тобой. Неси все же ты там. Извините. Циль, ну что, тебе нравятся часики, а? Прекрати ты с этими часиками, неудобно уже. Здравствуйте, Софочка. О, здрасте. Да. Добрый день. Да. Какой шикарный кавалер. Да. А папа знает, что тот за вами ухаживает? А почему вы спрашиваете? Ну, такой кавалер. Не фунт изюма? Какой такой? Вы что, не знаете? Нет, не знаю. Это же Миша. Миша? Это же Миша Япончик. Пошли. Циль, подожди, они сейчас вернутся. Пошли, я сказала. Извините, но... Циль, да. Куклу и часики оставь. Циля! Слушай, что я говорю. До свидания. Да. Извините еще раз. Барышни удалились. Видно, дела какие-то. Даже не покушали. Что? Смылись? Я говорил, что тут ничего. Слушай, ты не умничай, а? Надоел, Миша. Я знаю, что я говорю. Знает он. Да я же еще помню ее, молодым бегал. В тюрьме и везде она даже снилась мне. Миш, я, конечно, понимаю, но она же что-то... Что? Она же никогда с налетчиком. Да? Ну? Только оно, смотря с каким налетчиком. Миш. Да, месье Жирмуски. У меня к вам дело очень деликатного свойства. Так. Я по поводу вашего визита. Ведь оно было же не последним. Ну, не знаю. Может, зайду на днях. Да, я так и думал. Я буду говорить напрямую. Угу. Дело в том, что у меня супруга. Она молодая. У нее сердце. И когда в дом вваливаются среди ночи неожиданно такие люди, как вы, я хотел сказать, такие симпатичные люди, как вы и ваши друзья, она нервничает, и я опасаюсь. За что вы опасаетесь? Миша, я опасаюсь за нее. И поэтому я готов вам дать небольшую сумму вперед. Вперед. Вперед, Миша. Вперед. Ну, чтобы вам больше не тревожиться, а ей не колотиться всю ночь в истерике. Я даже готов делать некоторые взносы впредь, чтобы вам не беспокоиться. Вперед. Вперед. Хорошо. Дождь идет, солнце злится, была б сильна, чтоб прислониться, когда здоров, можно счастье ждать. Один носок, одна калоша, в худом кармане два-три гроша, когда здоров, можно счастье ждать. Дамы и господа, вы знаете, я редко плачу с горя. А зачем?
Но я часто плачу от чувств, потому что такой я человек. Когда я вижу, как благородный юноша помогает несчастной матери покойного сына, я плачу. Когда я вижу, как этот юноша отдает на жизнь вдове, чтобы у ней было, что покласть детям на ужин, так и я опять, я плачу. Я плачу, и я снимаю шляпу перед этим человеком. Молодец. А сейчас мадемуазель Роза споет для этого благородного рыцаря то же самое, только на его родном языке. Делайте, Роза. Eine Sieg gebiert es, eine nimmt die ganze Welt. Einer meint das ganze Glück, hält nur Rubin Geld. Майорчик, на что там письмо отнесли? Марик отнес. Ну? Да никак, три дня уже. Обидно. Там уже зря все это. Что? Ну, вот то, чтобы они сами платили. Ну, другое дело налет. Пришли, позабирали, все. Все понятно, все ясно. А то, чтобы они сами гроши приносили, такого никогда не было. Этот Рухимовский думает, может, что кто-то шутит, принесите мне 50 тысяч. Майорчик, такого не было, так такое будет. Я им не мальчик, чтобы бегать по ним по ночам. Да и им спокойнее, заплатил и дыши. Но Рухимовский-то не ответил. А это он зря. Раз он строит из себя Ротшильда, то пущай потом не плачет. Руки вверх. Руки вгору. Так и не стреляйте. Ты письмо получил? Письмо? Какое письмо? От японца. От японца? Ты что, заика? Получил или нет? Да. А что не ответил? Гроши приготовил? Я думал, что это шутка. Шутка. Кто ж так шутит? Только и скажите. 50 тысяч. За что? Да за то, чтоб тебя никто не трогал. А теперь, заметь, тебе это все выйдет дороже. Ну шо вы встали? Работай. Цацки, а еще и гроши. Забирай. Простите, но вы же писали. 50 тысяч и все. Так ты же не ответил. Да, не ответил. Значит, слушай меня, Рухимовский. Будешь отслюнявливать каждый месяц по 10 тысяч. Как? Никак, по 10 тысяч по-божески. 10 тысяч по-божески? 10 тысяч каждый месяц? Когда нет никакой торговли. Значит, буржуям своим передай, пущай готовятся. Рувим Яковлевич, не провожайте. Мы сами. Понял.
тупой наш Лойло. За что? Зараз не идет! Ты подавай! Да. Не идет! Так ты подавай! Да я подаю, не идет, зараза! Сейчас брошу! Чурбачок надо было подставить! Чурбачка ему! Пошло, пошло! Бог в помощь. Чуть глаза не лопнули. Пошли. Шплинта встравлять! Мотя! Иди приготовь, что там есть. Ага. Руки уже не те. Что это за новая мода брать с людей гроши? Да я так подумал. А пусть платят. И нам хорошо, и им спокойно. Но мы ж не полиция, чтоб брать с людей бакшиш. Пан Мендель, мы не полиция. Мы лучше. За нами порядок. А что, как мальчикам бегать вот это каждую ночь и людям нервы трепать? Зачем? Легче договориться. Это если кто не согласный, тогда, конечно. Раньше в Одессе такого не было. Я старый человек. Нет, ну, может, оно и хорошо. Может, я не буду иметь против. Но надо послухать, что скажет общество. Пан Мендель, общество будет довольно. Половина с того, что мы будем собирать, будет идти в общий котел. Ух ты! Слепый казав побачил. Мотя, сховай куда-нибудь. Я понимаю, когда я плачу полиции. Я понимаю, когда я плачу таможне. Я понимаю, когда я платил жандармам. Ну, когда мой Боренька вляпался в эти сэры, будь они прокляты. Но с чего платить бандитам? Это невозможно, что такое. Жили без японцев. Да, нас грабили. Грабили. Еще как грабили. А кого не грабили? А теперь нужно платить заранее. Заранее? Нет, мне это в голову не заходит. Так а вы платите, месье Рафимович. Они не придут. Арон Израилевич, вам легко говорить. Он вас не трогает. Вы гинеколог. Да, не трогает. Этот японец человек с принципами. Принципы. Месье Верман, а вам присылали письмо от японца? Вы знаете, господа, нет. Нет, вы знаете, я сам удивляюсь, почему? Нет? Нет. А с меня он требует 50 тысяч, как будто я печатаю эти проклятые деньги. Ручек, подайте книгу Шустовского. И шоколадку. Месье Пруль, а вы что молчите? К вам никаких писем не приходило? Приходило. И что? 20 тысяч. Пишут, что придет человек отдать ему. 20 тысяч? А с меня? Он требует 50! Хватит! Все, Рахимовский!
Не надо равнять наши доходы. Японец знает, кто миллиончик, а кто... Да. Так вы будете платить? Господа, только между нами. Мой свояк, капитан Рдешки, да, 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 служит в полиции. Так он говорит, что надо делать засаду. Вы смелый человек, месье Пруль. Я японцу не дам ни копейки. Господин Пруль! Не может быть у маленького. Пане Пруль! Пане Пруль! Я вас слушаю. Бачаюсь, вот рекомендовать. Прапорщик Корсаков. Вид капитана Розьевского. Обожди, сейчас открою. Леонид Брониславович наказав проинструктовать вас насчет засады. Милости прошу. Ну разве так можно, а? Хозяину ломбарда нельзя быть таким доверчивым. Месье Пруль. Месье Пруль. Ой, Яша. Костя, оставьте эти мансы. Месье. Ну зачем эти церемонии между нами и евреями? Ну, если б я держал вас за идиота, я бы и писал вам как идиот. Но я вас за такого не знаю, упаси бог меня вас за такого знает. Не, ну как вам не стыдно, а? Ну, да вас пишут как до приличного человека, уважаемый, господин, Пруль, извольте, позвольте. А вы побежали в полицию. Миша, произошла чудовищная ошибка. Да не, главное, выдумали какую-то засаду. Я? Что? Я в шоке! Не, ну я на первый раз я закрываю глаза. Но не дай бог вам еще раз такое удумать. Вы меня поняли? Я вас внимательно понял, Миша! Можно? Можно. Мы так договорились, да? Договорились? Конечно. 5000 каждый месяц. Договорились. Всего доброго, месье. Я так разумею, что японец правильный хлопец. Он все справно делает. Денег взял хорошо, принес пользу обществу, наладил, чтобы его краю проценты торговые платили, надо, чтобы другие платили. Спиресипи, Лонжерона, Фонтана. Займешься? Как скажете. Погоди, погоди, Ерш, а чего он на Пересыпи? Пересыпь мой край. Я там всех обложу, будут платить даже больше. Пересыпь твой край, но и гроши будет собирать японец. Он сделает это так, что люди не обидятся. Как хочешь, Ерш. А я не согласный. Не согласный. А я не пытаюсь, согласный ты чи нет. Гроши будет собирать японец. Лэхай. Лэхай. Встали, как бараны. Ша, ша. Пойдем.
Что это? Что, братуха? Что случилось? Японец Курва на пересыпь целится, сучонок. Что ты? Я не понял. Как? Дай. Как так? А вот так. А Херш ему в рот глядит. Ну ничего. Не с такими мерились. Не таких в крови купали.